Друзья, нам позвонили. Деревня Крюково, порванный кот. К счастью, там оказался один из наших волонтеров Матвей. И он забрал котика и везет к нам. Вот под машиной лежит котик, прячется от солнышка. Вот в таком состоянии. Глаз, оказывается, есть, но с носом вот беда какая-то. Сейчас будем доставать его. Руки даются, но как только сажаю его в переноску, он не убегает, сразу выпрыгивает. Он залез опять под машину. Боится. Так что я думаю, единственный вариант — подъехать на машине и сразу машину его сажать. Опять я. Да, кто-то подрал его. Зайчик. А вы его поили? Нет, ничего не давала. Мы вчера ему приносили. Так, да, вижу на связь. Вчера я пыталась уйти к дому. Малышка, малышка, я тебя не трону, не бойся. Какая-то лапка у него тоже. Да. Так, ребят, ну что, едем в больницу, потому что у ребенка оторвана пол ноздри напополам. Носик разорван, да. Но, слава богу, глаз целый. Глаз у нас целый. Едем в клинику, друзья. Ты мой хороший. Все хорошо. Покажи. Иди сюда, ребенок. Маленький мой. Мой хороший. Вчера, а сегодня мы его забрали. Ой, ты мой хороший. Не сбежит, мы прикрыли. Постой так, а? Выходи, солнышко. Сюсь. Ребенка выдран клок. У него выдран кусочек носа. Бедный мой. Он носиком сейчас пока не дышит. Мы сейчас сдадим ему сразу анализы на лейкоз, на иммунодефицит. Вот, комплексом сдадим. Ушки проверим, ушки все нормально. Не бойся, солнышко. Держи.
спрашиваете, справедливо это или нет, вы все свои. Маленький. Цели. Бедный ребенок. Все аккуратненько. Все, малыш. Ребенок очень обезвожен. Поставили катетер, обязательно будем ребенка капать. Это. Все будет хорошо. Подожди, Макарыч. Ну-ка, лапочку расслабь, котенок. Расслабь лапку. Давай, вот, молодец. Девочки, это у нас получилась Валентина, а не Валентин. Это кошечка. Ты моя красотка. Покажи лапочку. Поставили катетер, хорошо? Все. Да-да. Все, ребенок, моя детка. Обработали хлоргексидином. Края обработали серебрянкой, чтобы не текло. Плюс намазали левомиколью. И сейчас девочку положат, эта девочка, сейчас положат ее еще на капельницу. Я оставлю ее в стационаре на 2 дня, пока не придут ответы анализов. Потому что у меня дома маленькие котята с кошкой. Не стало, да? Считаю, ну да, пока поставь.